постоянно с тобой общались. Но ты, Максим, участвуй их тоже хорошо. Так, два Максима. Это замечательно. Так. Какую историю сегодня будем? Изучать? Или вы не хотите выбирать? Здравствуйте. Здравствуй, Максим. Какую историю хочешь сегодня поизучать? Да без разницы вообще. Без разницы, да? Давай, в Сюда магазине. Нет, в магазине немножко уже надоедает. В магазине. Давай паспорт. чего? Так, Илья подбежал. Молодец, Илья. Так, Илья, включайся. Мы сейчас паспорт изучаем. Круто. А что-то не слышно звука. Так, да, звука не слышно, потому что я его не включил. Ну, вы можете самостоятельно прочитать. Тоже хорошая практика. The passport. The The passport. passport. And wife pretty are at the airport. А мы с аудирования начинаем сегодня? Да, сегодня с аудирования. Чтобы немножко разогнаться. Жена Викрама. Да, Викрам и его жена. Ее жена. Его жена Прити поехали в аэропорт. А, в аэропорту. Да, в аэропорту. Молодцы. Oh no, where is my passport? Oh no, where is my passport? Where is my passport? Да. Как переведем? Где мой паспорт? Где мой паспорт? Да. Not here. Его нет тут. It's not here. Да. Викрам. Викрам. Да. It is not in my bag. Третье. It is not in my bag. Только не бэк. Бэк — это спина. И тем более в моей спине это как-то неудобно. And it is not in my jacket. Его и нет в моей пиджаке. Куртке. Да, да, это правда. Это правда. Молодцы. But Vic. Но Вик. Но Вик. Да. Oh, my passport is in the taxi. Мой паспорт в такси. Викрам rides the taxi. Викрам побежал в такси. Runs. Вик, no. Вик, нет. Нет. Прити runs to Викрам. Прити побежал. Прити бежит Викрам. За Виктором. Да, бежит. Викрам. Не побежал. Викрам. No. The taxi is not here now. О, нет, такси нет сейчас. Да. This is a big problem. Это большие проблемы. Это большая проблема. Викрам. Викрам. Your passport is not in the taxi. Твоего паспорта нет в такси. Your passport is in your hand. Твой паспорт в твоей руке. Паспорт. У тебя в руке. Hand. Так, а мы даже
Ни одного слова не выбрали. Thank you, my love. Спасибо, моя любовь. Да, спасибо, дорогая. У него в руке третья. В руке. Молодцы. Вот притчи, самая первая. Ну, паспорт, your паспорт, вон там тоже. Первый, второй и последний, да. In my bag вообще по друг другом. No, нет. Ну, раз, ну и противоположный зуба. Молодцы. Давайте еще раз гонимся быстрее. Еще одну пройдем. Только вы сейчас читайте. Не только переводите, еще и читайте. Хорошо. Ладно. Дремочка. Ох, не говори. Да. Сейчас можно пока свои предложения сказать на английском. A new coat. Новая овца. Нет, coat это либо легкая курточка, либо пальто. Новое пальто. А овца это шип будет. Викрам. Да, шип. Ship – это корабль. Давайте еще раз. A woman так. Talks to Vikram in a store. Женщина рассказывает Викраму историю. Викраму в магазине. Да, женщина говорит с Виктором, да, только надо с Викрамом, мам. Только надо сказать еще по-английски. A woman talks to Vikram in a store. Vikram a store. Ну, Макс, ты переводишь, а я на английском. Давайте так. Вик. Да, это правда. Правда. Сэр, поднялся рано утром на заре. Hello. Привет. Hi. Привет. Привет. Hi. Do you work here? Ты работаешь? Good. I need help. Хорошо, могу помочь. I need help. Mm-hmm. Мне нужна вообще-то помощь. Ну, мне нужна помощь. Mm-hmm. Help, дети. I need help. I need a new coat. Мне нужно новое пальто. Мне нужно новое пальто. А по-английски кто скажет? Илья. I need a new coat. I need a new coat. Do you like the red coat? Тебе нравится красное пальто? Do you like the red coat? Or do you like the brown coat? Или тебе нравится коричневое пальто? Do you like the brown coat? Только не то, а the brown coat. The brown coat. Okay. Okay. Хорошо. Okay. The brown coat is nice and cheap. Коричневое пальто nice and cheap. Круто. Крутое и дешевое, так? Ну, красивое. Да, такое привлекательное. Привлекательное и дешевое. Ну да, скорее красивое, милое. Замечательно в таком ключе. But the red coat is very beautiful. Но красное пальто просто превосходное. Very beautiful. Очень красивое. Да. And it is warm. А как? And it's warm. А как переводится warm? Я просто... Теплое. А, и очень теплое. И теплое просто. It is perfect for you. Это превосходно для тебя. Ну, это самый лучший вариант для тебя. Okay, I want the red coat. Хорошо, okay, я возьму красное пальто.
Thank you. You are good at your job. Спасибо. Ты хорошо помог мне. Ну, это хорошая работа. Олег. Что женщина имеет в виду? Она считает, что их первое. Where do I pay for the coat? Где можно оплатить пальто? А, where do I pay for the coat? For the coat. I do not know. А я не знаю. I do not know. Викрам не знает, где женщина может заплатить за пальто. Третье. I do not work here. Я не работаю здесь. I do not work here. Что произошло в истории? Второе. Окей, это... А что здесь как окей? Тут без пары слов, наверное. Ладно. Ладно. А, здесь так, ладно. В ин. В ин. Вума, это женщина. И нью новая. Не, подождите. Ред. Молодцы. Пожалуйста. Так. Какую тему вы хуже всего понимаете в английском? Без понятия. Как-то не очень ладится у меня с английским. Тогда пойдем по пути самого большого сопротивления, так скажем. Давайте. Это интересно. Так, нет, это будет слишком. Давайте пятерочку. У меня вот с цветами проблема. С цветами? Ну, да. Цвета это слишком просто. А у меня с животными. If when. Так, это нам не дает. Давайте по отдельности тогда. Экстерном нам не дает. Она будет зарабатывать второе, много, если... Второе. She will learn a lot if she becomes an accountant. Да, после и всегда, но чаще всего, стоит настоящее имя. If you wait here, he will come and call you. Да, кто будет переводчиком, кто будет читать? Давайте тоже я почитаю. If you wait here, he will come and call you. Call you. Call. Если ты ждешь, ты должен позвонить мне. Если вы подождете, где? То, прям вот. Нет, где в начале? Подождете где? А, здесь. Здесь. То. Кто? Он. Да. Позовет вас. Да, позовет вас. Нет, сначала что сделает, а потом позовет. Will come, а потом and call. Придет, да. Придет и позовет вас. Молодцы. Когда я заработаю достаточно денег, я куплю новый дом. Первое. Давайте переведем. А, не,
Третье, третье. Давайте, кто прочитает? When I earn and enjoy money, I will enough, buy enough, a new house. Enough. Enough. When I earn enough money, I will buy a new house. Молодцы. Ну да. Enough. Повторите все три раза. Enough. 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 Молодцы. Да, GH иногда читается как... Вернее, чаще всего читается как... Особенно на конце, как F. В начале она чаще читается как G. I will come as soon as your mother allows me. I will come as soon as Я your жду своего mother сына allows me. И твоей матери разрешил, что я жду твоего сына. I will come. А, will come, пойду. Приду за твоим сыном. Я пойду as soon. As soon as. Как только мне разрешит мама. Да. Как только мне разрешит мама. Только, да. Только чья мама? Моя мама. Твоя, да. Так, я пойду. А почему твоя мама? Your там а, была. Your mother. Your. Все, все видно, видно. Буду первая. А ты что читаешь, Макс? Я что-то переводил, пока сидел. Давайте, кто-нибудь почитает. If you want, if you want, I will come and call you. Только wait here. If he asks you before he asks me, do not answer. Сейчас, секунду. Из раздела If he ты... ask you before he ask me, don't answer. Если дальше... Он спросит... Меня. Ты спросишь тебя... его. Тебя. Before как переводится? Отвечай. Нет, before как переводится? Before. Before. До. Я так скажу, да, до, а дальше? Тебя. Нет, вначале до... Ты. До того как? До того как? Как? He asks me. Он спросит меня. Спросишь да. меня? Он спросит меня... Do not answer. Да, не отвечай. Не отвечай. Все, молодцы, справились. Когда она станет моей женой, я буду любить ее даже больше. When. More. Так. Нет, вначале она станет. When she. She. Will. Нет, после when в этих предложениях не ставится, ставится present simple. После when и if вот в таких предложениях условных или предаточных временных не ставится present simple. When she Present simple. Глагол стать. Какой? Глагол стать как будет? Становиться. Becomes. Да, becomes. Becomes. Моей женой. My wife. My wife. Да, wife. My wife.
I. Mm-hmm. I will love. Mm-hmm. I will love. She. She. Her. Да. Кого? Ее. Да. Их. Даже больше. Даже. Oh, even more animals. Нет, даже. More animals. More animals. Нет. Unless. Even. Even. Even, я же говорю. Even. Even. Запишите себе. Даже. Even. Даже. Even. Я просто знаю, я записываю. Even more. Mm-hmm. Even more. More. Молодцы. Но even все равно запишите. Это может mm-hmm. быть четный в каком-то контексте, но в данном контексте это союз даже. Even more. Даже не союз, а наречие. We will watch it together when your sister comes home. Мы будем смотреть вместе с сестрой. Угу. Так будем еще. Мы посмотрим. Угу. Мы посмотрим вместе с сестрой. Что посмотрим? Какой ее дом? Не, вряд ли. Ну, пускай будет ее дом. Нет, не ее дом. Ну, пусть будет. Мы посмотрим с сестрой. Вместе с сестрой. Когда она придет домой. Нет, подожди. We will watch it together. А, просто посмотрим вместе. Когда она придет домой. Угу. Когда твоя сестра придет домой. Тут она нету. Так. Как-то не по-русски звучит. Это, по идее, просится. Мы посмотрим это вместе. Угу. Его, вот его. Его имеется в виду кого-то, фильм, допустим. О, когда она спросит тебя обо мне, скажешь мне. Ну, when. Mm-hmm. When. When. She. Mm-hmm. When she. Talk. She. Только спросит. Спросит. Tell. Ask, ask, ask. Да. Ask. Asks. 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 Да. Your. Только не your, а you. 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 Обо мне. Ща как-то. О ком-то, о чем-то как будет. Какой глагол? Ой, предлог. What do you think? Какой там предлог должен быть? Я не знаю. About. 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 Запишите. About – это такой ходовой предлог. About. Mm-hmm. О. О. Me. Обо мне. Мне как будет. Me. Да. Me. Скажи ей. Tell me. Tell you. Tell you. Ей, her. Her. Что меня нет дома. Сейчас. Что? I am not только home. Что еще надо? Что? Ну что? That. 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 I am not home. I am that. Not. Am. Только not. Не home, а какой там предлог должен быть? Homes. Нет. I am not
Быть дома как будет? Because home. Нет, at but... home, at home. At home. Do not say anything unless you have a better idea. Do not. Not say anything unless you have a better idea. Not. Say. Say. Anyways. Anything. 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 Дальше сложно. Do not say anything unless you have a better idea. Unless. Да, unless. Unless. You. Do not say anything unless you have a better idea. You. You. Unless you have. Have. A. Lost idea. Еще раз одно слово не услышал. Do not say anything unless you have a better idea. Unless, сейчас. Unless you have a lost... Это не идея, а idea. Да, idea... Better idea. Как... Better да, idea. Better. Better. Молодец. Idea. Unless это если не. Запишите обязательно. Unless. Если не. Если не. Как переведем? Записал. Скажи, а ты не можешь сказать, если тебя... Anything. У тебя нет идеи? Anything. В английском только одно отрицание, поэтому anything переводится как... Как что? К отрицанию. Да. Do not say anything. Anything. Это... Язычок между зубами. Да, да. Уже мою фишку запомнили. Да, 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 да. Конечно. Такой ты забудешь. Да. Do not say anything. Как переведем отдельно? Ты не можешь сказать. Нет, это повелительное наклонение. Do not say anything. Ты не скажешь. Не говорите ничего. Если не. Да, если не, идей. Пока не. Да, пока у вас не будет бета, как какая? Какой? Да, лучшей идеей, то есть. Мне показалось, лучше, чем сейчас. Чего? Мне показалось, или Федан заговорил? Это ж хорошо. Не показалось. Не показалось. Ну, нифига, привет. Ну, если он заговорит, это хорошо. Так что, Максим, Максим, активничай. Оба Максима активничайте. Я активничаю, как не себя. А, молодец. Ну, я думаю, Максим второй тоже будет активничать. Надеюсь на него. Так. Все самые активные. Я не собираюсь им помогать, если только они не заплатят мне хорошо. I not help. Нет, собираться что-то сделать. Знаете, как собираться что-то сделать? Такое выражение. To be going to. Я хотел сказать, но думаю, неправильно. Ну, здесь надо лучше сейчас ошибиться, чем на уроке. To be going, а еще и... Да, мне кажется, у нас на уроках сам учитель ошибается. Да, да он вообще английский не знает. Придурок это. Вот, to be going, так, чуть-чуть. И... У меня такая куриная лапа. А, другой. Так, у нас заканчивается через 10 минут, но мы успеем. Так, досадно, to be going to, и в конце to надо еще написать. Это собираться что-то сделать. Так, я не собираюсь им помогать. I not to be going to. Нет, а, здесь нет такого. Be надо вместе. I здесь not... Да, I am. Все правильно.
I'm not going to help. Кому? Им, they. Them. Them. Да. Если. If. Они, they. Только. Если they become. Right? Даже если только можно unless взять. Unless. То есть, если не. Есть не они, they. Mm-hmm. They. Pay me. Mm-hmm. Pay. Pay me. Me. И все. Mm-hmm. Молодцы. Внизу. Ай, а последнее слово мы не. А тут нету так. Тут только вот, так. Вот это слово. А как тут хорошо? Well, молодцы. Well. А, ну, well. Well. Всё, я да, понял. Еще well переводится как колодец. Но это редко бывает. She will not come unless he asks her. Давайте еще послушаем. She will not come unless he asks her. У меня просто половина пропадает. Начально просто. Я даже не... Да. Проседает. She will not come unless asks her. She will not come unless he asks her. She will not. Will not come. She will not come unless he asks her. Mm-hmm. Come unless. Unless. She will not come unless he asks her. If asks her. Да, только не if, а просто he. He. Asks her. Mm-hmm. Да. Как переведем? Она не может. Yes. Нет, она не придет. Will not come. Она не придет, если не скажем ей. Если он. Ну, если он ей не скажет, она не придет. Да. Ну, вернее, не скажет, а не попросит. Ну, то есть ask это спрашивать. Угу. Так, мы можем пожениться, так. Только если его ж... We married. Только we. Можем. We сейчас... Can, молодцы. А, вот нашел, да. Married. Только как бы жениться? Ну, married. Get married. Запятая. Ну, тут запятой нету. А я. Да, только если его семья позволит это. Только. Начале... Get family. Нет, вначале если, а потом только. Вначале если. Как будет если по-английски? Ну... Only? If. А только? Yeah. If. А только? If. Only? Only, да. Only. Family. Его семья позволит это. His family? His family. Family. Ух, сюда буколю бабцева. Позволит. Позволит wait. Может. Нет. Allows, да. Allows. Allows. Это. That. That. Молодцы. That. Да. Максим, погромче. Тебя иногда не слышно. Так. Что? А он... We can get married only if...
Only if. Ему не понравилось, что мы написали only if. Becomes an actress, she will watch a lot of movies. Давайте. If she becomes an actress, she will watch a lot of movies. If she becomes an actress, she will watch a lot of movies. If she will be actress. If. Да, if she will, только станет. Will. If she will. Да, if she станет. She will. Will be. Только be тут нету. А, или есть be. А я вот смотрю, ищу. Вроде нет. А, там, наверное, will нету, потому что if... If she becomes an actress, she will watch a lot of... If she becomes... Becomes. An of... An actress, An actress. If she becomes an actress, she will watch a lot of movies. She will love movies. Нет, she will. Что она будет If she becomes an actress, she will watch a lot of movies. Loves movies. She will watch a lot of movies. Да. Watch. Watch a lot of a movies. Lot of movies. Молодцы. Коллективный разум, сила. Так, это задание сложное, видимо, мы не успеем. Но все равно, пока нас не выгонят, мы будем сидеть до последнего. Хорошо. Так, if. If your uncle. Так, где your uncle. 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 Пойдет. Comes. Да, comes. Потому что comes. После if. Comes. Tomorrow. 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 Сейчас. Мы. Ты becomes. Мы как бы... Ну, we. 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 Becomes. Watch. Becomes. Watch. Нет, не becomes. Будем we смотреть. Watch. Будем. We will. Will. Да, we will watch. Will watch. Фильм. Фильм. Ну, почти. A. Да, a movie. Movie. Тут американский вариант. Да, молодцы. Together. Together. Так. Тут нет отрицания? Нет. If the Все, это правильно. We will all go home. Еще раз. If the teacher allows us, we will all go home. Ой, if the teacher allows us, we will all go home. Ну еще третий раз. Я слышу, go home. Allows us, we will all go home. Мне teacher послышалось. Да, teacher там я не слышу начало, там я не начало не слышу просто. Попадает. Так, давайте тишина в студии. If the teacher allows us, we will all go home. If a teacher, я услышал, что да, такое. If the teacher. Teacher. If the teacher allows us, we will all go home. If the teacher allows us, I will go home. Allows. Us. Почти. If the teacher allows us, we will all go home. All, а не us. Там после all, там all должны If the teacher allows us, we will all go home. It allows us. All go home.